Всем привет! Ну что ж, сегодня мы никак не сможем отойти от темы все-таки автомобильной, потому что по городу ездить, ну реально это приключение. И вот сегодня на Адбрюше у нас пересечение, значит, 18 ноября Адбрюше у нас. А, кстати, извините, вот здесь ТЭЦ, вот справа Адбрюше 104, это вот такой вот замечательный магазин, там такие новиночки, заходите, посмотрите. Ну и помимо этого куча всего для дома, для хозяйства. Так вот, возвращаемся к нашим историям. Ситуация с аварией сложилась следующим образом. Первая машина притормозила, пропустив бус, который поворачивал на стоянку за магазинами. За ней притормозила вторая машина. Ну, а Volvo, поворачивая на маневр, завершая, влетела в стоящие автомобили. Так что они моргают все. Значит, моргает аварийками паровозик из трех машин. Вот там справа. Вот, моргают аварийки, и заблокировано практически движение, потому что все, кто поворачивает туда, вот на 18 ноября, видите, моргает. Они не могут проехать, полосы закрыты. Ну и это даже не главное. В это самое время вот происходит такая движуха. Ну, водители разворачиваются некоторые даже. Вот смотрите, зеленый, зеленый, едет, желтый, проехал. Мы продолжаем. Один, второй, тот вот этот друг сделал мой день. Ну, это что-то. То есть он ехал, впечатление, человек о чем думает? И вот таких вот оленей, а это реальные олени, которые едут на красный, из-за них на этих перекрестках происходит вообще не пойми что. Олень. Ну, в общем, ребят, давайте их отстреливать, в переносном смысле. Вот, значит, даже растерялся. В общем, всем удачи на дорогах. Ситуация с аварией сложилась следующим образом. Первая машина притормозила, пропустив бус, который поворачивал на стоянку за магазинами. За ней притормозила вторая машина. Ну, а Volvo, поворачивая на маневр, завершая, влетела в стоящие автомобили. Так что они моргают все. Ну и отвлекемся немножко от дорог, вернемся к природе. Вечер добрый, к солнцу, к закату. Как всегда, ковыряюсь по делам. Вот такое вот садится солнце там где-то на западе. Я тут качаюсь, отдыхаю. Ну и залез я, короче, в старый сарай. И смотрите, что нашел. Так, остановим качели, а то у нас тут карандаши маркировочные по дереву. Смотрите. Музыкальное общество УССР. Это Украинская ССР, имеется в виду. Закарпатский межобластной производственный комбинат, город Ужгород. Это плотники, столяры, которые работают по дереву. Вот такие вот карандаши использовали. Смотрите, количество 5 штук. Цена 50 копеек за 5 штук. Инфляция, представляете? Ну, год производства непонятен, но очень старый. Я думаю, 80-е года. Вот мое мнение. Открываю. И смотрите, оказывается, две штуки тут еще целеньких. Ничего себе. Вот такой карандаш. Им можно по дереву рисовать, маркировать. Ну вот, тут кто-то чиркал. Слушайте. Такая шняга. Согласитесь, интересно. Не было тогда фломастеров перманентных. Не было. А размечать-то надо. Вот такие нашлись карандаши в хозяйстве. Я думаю, я их не буду тратить. Я их как ретро-экспонат помещу. А, еще у меня что-то есть, да. Я потом покажу. Ну, на этой даче что только найдешь. Вот. Карандаши маркировочные по дереву. Сейчас я их, значит, смотрите. Продолжение сарайчика. Включаем свет. Получилась такая вот. Ну, по-моему, я уже показывал, да? Похвастаюсь. Мне так нравится, что у меня тут получилось. Все висит теперь у меня тут. Понтово. Коробочки, баночки. Остались только маркировочки. Даже температуру показывать. Смотрите, сегодня 21,3.
Ну, в общем, всякая шняга, как я и говорил. То есть баночки, понаставил баночек, насыпал. Вот там написано винтик 8 миллиметров. Расшор. Все раз. Саморезы, металл. Есть саморезы, есть сантехника. Здесь написано. Ну, в общем, всякая шняга тут, всякие винтики. Вроде бесполезная вещь, но как хорошо, что оно все рассортировано. А это еще вот надо рассортировать. Все это брошено. Поэтому вот эту вот ставим ее вот сюда, вот так вот. Для хозяйства, для полной картины. Карандаши маркировочные у меня теперь будут. А давайте попробуем рисовать ими. А? Сейчас замаркируем. Что мне надо? Например, вот здесь. Пытаюсь что-нибудь. Оп. Ух ты! Ну вот. Классно! Крестики-нолики. Ну, играть в крестики-нолики неудобно. Ладно, все. Вот такое вот. Если у кого кончатся карандаши маркировочные, обратно. Ну, может быть, кто-то видел видео там про шорт-видео про температуру. В бане я модернизировал, поставил датчик. Так вот, еще у меня такая штука завалялась, которая валяется без дела. Табло такое, знаете, лет, наверное, ему 10-15. Была у меня такая бегущая строка. Она стояла в машине тоже, в гольфе. Ну, вот оттуда снял и в сарай в этот бедный. Я не знаю, что еще засунуть в этот сарай. Вот теперь у меня в сарае, видите, горит бегущая строка на сарае сиракеза. Ну, почему бы и нет? Пусть горит, когда я там присутствую. Все, всем удачи, на этом сарай закрыт. Ну что ж, продолжаем наше видео. Смотрите, что у меня есть. Кравстов 20 литров. Фергефихрич какой-то. Ну, я не немец. 43-й год. То есть, знаете, что это такое? Хи, это фашистская канистра. Да, 43-й год. То есть, какой-то фашист, немец. Ну, не немец, а фашист именно. К немцам ничего против не имею, к фашистам имею. Вот. Хранил бензинчик в этой канистре. Вот эту канистру подогнал один подписчик. Он, наверное, смотрит. Я долго обещал выложить это видео. Ну, вот только сейчас при разборе завалов, ну, я говорю, переезжал в сарай, разбирал все, что у меня там лежит. Вот всплыла эта канистра, 43-й год. Приколитесь, она живая, здоровая, и в ней даже можно возить бензин. Немецкое качество. Вот. Пожалуй, на сегодня все. А может, еще что найду сейчас? Ну и в дополнение ко всему, по-моему, я это уже выкладывал когда-то. А может, ну, неважно. Погода отличная. Разбирать завалы в такую погоду – одна радость. И вот вылезла такая штука. Приладя для голеня. Ну, попросту для бритья. Значит, что мы тут видим? 1 рубль 10 копеек. Дата выпуску. Блин, не видно. К сожалению, не видно. Но тоже это советских времен. Украинская ССР. Что за завод? Давайте поярче, чтобы было его на солнышко. ММП УРСР. Полонина. Львив. Улица Зелена. Зелена. 162. Да. Вот такой наборчик. Откроем. Во. Это набор для бритья. Многие, наверное, помнят взрослое поколение. Ну, а не взрослое поколение, оно, наверное, и не вспомнит, для чего это. Сюда наливалась горячая водичка и опускалась помазок, так называемый, кисточка. Если другими словами, помазок. Сюда пена размешивалась. А это все, на чем это все заводилось. То есть, чтобы не на столе там мазюкать, вот ставилась тарелочка, на нее ставилось это, положить туда помазок, сюда накладывалось крем, брал помазок, крем взбивал, намазывал свое фейс и брил опасной бритвой или безопасной.
Теперь точно все. Все. Вот такая вот история из прошлого. Голеня. Прилада. Приладя. Приладя для голеня. Вот так вот. Все, пока.